Форд. Тот самый Том Форд, который восстановил дом Гуччи из руин, сделав его глобальной маркой. Одежда от Гуччи превратилась в осознанный предмет желания очень многих. Возродил Форд и дом Ив Сен-Лоран, который дышал на ладан в связи с усталостью его основателя. Том Форд был изгнан отовсюду за талант и непокорность, и сегодня он работает на себя. Я остаюсь верен теме 60-х, 70-х. Это моя любимая эпоха. Тогдашние модные тенденции и стили неисчерпаемы, потому что каждый город одевался по-своему, и парижанку было очень легко отличить от жительницы Лондона. Новый силуэт, длинная, иногда объемная юбка и короткий прилегающий жакет Спенсер, и роскошные ткани и мех, в том числе леопардовая шкура и кожа аллигатора. Бербери. Точно так же восстановленная слава, успех, в том числе коммерческий, от прежнего, от рединготов и плащей, не осталось почти ничего, кроме знаменитой клетки, получившей название по имени того, кто ее придумал, Томаса Бербери. И вновь длина юбок – макси, миди и редко мини. Мне кажется, что длинное платье и юбки имеют чуть большую романтическую коннотацию. Важно и то, что многие вещи были сделаны вручную, не целиком, но в существенной степени. Неделя моды в Лондоне закрывается в эти дни. Идут последние дефиле коллекции на будущий осенне-зимний сезон.